Вы считаете себя культурным человеком? Редко кто скажет «нет» в ответ на этот вопрос. Однако многие из нас вкладывают свое понятие в слово «культура». А что это такое на самом деле? Ведь культура может быть античной и современной, массовой и андеграундной, русской или японской, корпоративной, армейской или тюремной, со своими понятиями. Давайте разбираться. Специалисты в области культурологии насчитывают множество определений. В самом первичном, латинском понимании, это воспитание и развитие. Нам кажется, что определение русского ученого Юрия Лотмана более емкое. По нему культура – это совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения человека. То есть то, что включает в себя процесс и результат деятельности человека, его систем норм и ценностей, неких идеалов и символов, которые при этом подчиняют себе жизнь людей. Но не обязательно культура должна быть унаследована потомками и даже быть понятна другим представителям других культур. Что тебе надо? Не понимаю, по-вашему, нихера. Это хорошо видно на примере развития человечества. Однако культура нам все же необходима для того, чтобы развить свою цивилизацию и себя в ней. Вы считаете себя культурным человеком? Станиславский верит. Больше культуры здесь.